то и нам подаст. Говорят, сюрприз. Были, мы проезжали. Кайфуем. Это Голландия. Мы заехали на поле славы. Здесь, когда была Великая Вторая мировая война, здесь погибло много людей советских, бывшего Советского Союза. И вот они здесь похоронены, как некоторые как неизвестные солдаты, некоторые как с фамилиями. Каждый 9 мая собираются здесь, праздновать День Победы. Да, 9 мая собираются здесь праздновать День Победы. И вот сюда приходит со всей Голландии, может быть, даже не только с Голландии, может, да, Бельгии, или еще с других стран. В горку чуть-чуть пройдемся. Не все только, чтобы велосипед нас не вез, и мы его повезем. У нас такие дорожки по пути, по лесу, мы не знаю, куда мы попадем. Одним словом, здесь только лесная дорога. Надеюсь, все будет нормально с колесами, чтобы не пробились случайно. Вот по таким крутым дорогам я еду, по лесным. Мы сейчас нам немножко на 15 минут с ребятами разминулись. Они едут по другой дороге, а по другой я хочу просто по лесу поехать. Встретимся через 15 минут в одном условном месте. За целый день мы впервые попали под дождь. Вот так нам не везет. Не, везет, вообще-то везет. Целый день катались под нормальной погодой. Сейчас переждем немножко и поедем дальше. Не хочется промокать где-то. Ситуация изменилась. Наша группа распалась. Одним словом, сейчас я один. Мы расстались с ребятами. Там был немножко конфликт у нас, и там я решил, что поехать один или вообще вернуться домой. Но позвонил этой женщине, которая должна завтра с нами присоединиться и ехать. Ну и она говорит, что ты будешь ехать домой, приезжай уже ко мне, от меня поедем дальше и там посмотрим, или по одному маршруту, или вместе с ними, или отдельные. Ну, я не знаю, я как бы кто что виноват, что к чему, ну, в этом, что мы разошлись, ну, я там тоже немножко где-то чуть нагрубил. Как пройдет завтра, уже не знаю, посмотрим, или я вернусь домой, или я дальше поеду. Но пока что я еду в Арнем, уже приходится мне больше еще ехать. Я не заехал в 5 замков, которые, короче, с моего маршрута. Немножко пошло не туда. Ну, что делается, делается получше, к лучшему. С одной стороны, вот я сейчас еду, уже 50 километров, ну, меньше 50 уже еду, ну, я кайфую. Один вообще классно. Нигде, и хочу остановлюсь, хочу, то как бы очень прикольно. я поехал другой дорогой и уже не проехал те 5 замков, но я оказался все-таки в замке Doorwerth. Оказывается, я походу, я вот смотрю, что-то припоминаю, и я походу здесь был когда-то. На улице уже темнеет, мне осталось еще мало километров, меньше 10, так что успею чуть-чуть еще, даже если темно будет.